Напомаженная Волочкова объявила о рождении второй дочки. Эпатажная балерина радуется счастливому прибавлению в семействе. Она назвала рождение ребенка грандиозным событием. Радостную новость Анастасия обнародовала на своей официальной страничке в Instagram. Скандально известная балерина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в домашней обстановке, в светлом костюме и остатками макияжа на лице. На снимке артистка обнимает женщину в спортивном костюме. «Мои дорогие, у нас грандиозное событие. Наша Лола, хозяюшка по дому, родила вторую дочку. Причем, видимо, взяла пример с меня. Съездила, родила и вернулась, никому ничего не сказав. Теперь у нас счастливый детский сад». Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на объявление. «Побольше таких позитивных людей. Сколько в ней добра и искренности. Нам бы всем так, а то один негатив». Некоторые подписчики спросили у Анастасии Волочковой, когда она сама решится на рождение второго ребенка. Напомним, у балерины есть дочь-подросток Ариадна. К слову, в недавнем интервью танцовщица намекнула, что готова ко вторым родам, но только от любимого человека, с которым у нее все серьезно. Артистка убеждена, что такими вещами, как свадьба и рождение ребенка, не шутят. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!